Здравствуйте! Сегодня будем готовить шоколадное брауни. Я возьму ингредиентов на 2 порции. Итак, нам понадобится 350 грамм просеянной муки. 1/2 ванилин по вкусу, разрыхлитель 2 чайные ложки. Все тщательно перемешиваем. Соль 1/2 чайной ложки. Какао. Какао должно быть обязательно хорошего качества. 60 грамм какао. Все перемешиваем. Если вы очень любите шоколад, можете добавить еще. Сухие ингредиенты откладываем. Нам также понадобится шоколад 150 грамм. Измельчаем его и добавляем в сухую смесь. Перемешиваем. Теперь нам нужно будет смешать все жидкие ингредиенты. 4 яйца и стакан сахара взбиваем. К яичной сахарной смеси добавляем 125 миллилитров растительного масла. Кефир 200 миллилитров. А также я заранее заварила 2 столовые ложки кофе, остудила и добавляю в эту смесь. Все тщательно перемешиваем. По желанию можно добавить немного разрыхлителя. Теперь в сухую смесь порциями добавляем жидкую смесь. У нас получится однородная масса, чуть по густоте жижа сметаны. Теперь формочку смазываем маслом и отсаживаем брауни, не заполняя до краев. Формочку немного встряхиваем. Духовку нагреваем до 180 градусов и отправляем печься. Наши брауни испеклись. У меня ушло на это 20 минут. Но вы смотрите по своей духовке. Брауни еще горячие, но в то же время они пористые и держат форму. Посыпаем готовые брауни сахарной пудрой. И вот наши брауни готовы. Я желаю всем приятного аппетита и думаю, вам рецепт понравится.